Хайденхайм одержал победу со счетом 3-2, забив в концовке. В самой концовке встречи со мной в студии Кундасев Михаил и Васильев Сергей. Серега, поделись, наверное, не самыми приятными эмоциями, наверное, после этого матча, но все же, наверное, вы играли довольно неплохо большую часть матча. Ну, считаю, что весь матч играли довольно-таки неплохо. Полностью доминировали. Ну, вот так вот соперник забивает 3, мы 2. Вот. Вот весь результат. Сейчас очень тяжело что-то говорить после такой игры. Всю игру даешь, контролируешь игру, и потом в итоге, блядь, проигрываешь 2-3. Соперник 3 момента за игру создает, 3 забивает. Ну, 4, ладно. 4 создает, 3 забивает. Вот такой вот краткий комментарий у меня сегодня. Согласен с тем, что они контролировали большую часть матча, всю, как сказал Серега. Слушай, во-первых, спасибо Футбол Стору за игру. Всегда интересные игры с ними, что на городе, что тут. Блин, даже не знаю, как сказать, победа, хорошие эмоции. Футбол Стор очень классная команда, которая охеренно держит мяч. Вот я вот прям на камеру говорю, Игорь Корнилов, вы пиздатая команда, которая охуенно играет в футбол. Ну, блядь, чё-то вам не хватает. Сегодня мы браво добились победы, нас переиграли с футбольной точки зрения, мы свои моменты заковыряли, которые у нас были, и были моменты, еще могли забивать. Нас где-то простили, это факт, ну, 100%. И им только успехов, не знаю, не надо так кипеть после игр. У нас то же самое было, когда на городе на 52-й один нам забивает, вторая дополнительная, мы тут в дополнительное время забиваем. Но это футбол, ну тут кому как повезет. Все просто. Ну, я доволен победой. Все, да? Ну, я могу сказать, что нам сегодня больше повезло, чем сопернику. Ну, задай вопрос какой-нибудь, любой. Я удумал. Или мы можем пойти просто. Спасибо за интервью. Блять, я не знаю, что спрашиваю. Не расстраивайтесь, у вас классная банда. Ну,